Интеллектуальный пленэр два раза в неделю устраивают сотрудники Викуловской библиотеки для местных жителей. В деревне в дневные часы они разбивают палатку в Центральном парке, и все желающие могут взять бесплатную литературу. Приносят около 100 экземпляров. Этого вполне достаточно. У пенсионеров, например, востребованы журналы про сад и огород. Библиотекари познакомились о всех возрастах и точно знают их предпочтения. Мы берем в основном для взрослого населения периодику, для молодых мамочек берем журналы, где они могут найти советы по развитию, воспитанию своих детей. Для детей берем комиксы, берем сказки небольшие, такие рассказы. Хорошая идея для мамочек, вот таких как я, например, с детьми, которые гуляют в парке, да, посидеть, полистать в тенечке газеты, журналы. Дома сейчас как бы нет времени. Передвижной читальный зал пользуется спросом. Для удобства местных жителей палатку разбивают в тени деревьев.